Александра? Я так понимаю, дверной замок у тебя исключительно для антуража. Да кому это нужно? Например, мне. Как прошел медовый месяц? Кто тебе сказал, что он прошел? А это что, у нас такой вид антидепрессанта? Да. Решила начать новую жизнь. Все здесь поменять, чтобы от прошлого не осталось и следа. Прошлая такая штука, детка. Шкафом не отделаешься. Давай. И... Большая кровопотеря. Вена на двух руках. Суицид? Не факт. Везет нам у художников. Комарова не художник. Она искусствовед. Да какая разница? Одно и то же. Ну что, звоним Корзухиной? Сами справимся. А был бы у тебя мужик в доме? Не коверчились бы. А сейчас? Мужики! Зло! О. Никаких романов, никакого криминала, только высокое искусство. Да? И много у тебя заказов на это высокое. Ой, ой, ни одного. Ой, да выпендривалась. Скоро будешь самодельные открытки в переходе продавать. Зато это честно. Ну и чего ты добилась своей честностью? Ой. Кто? Алло. Мне нужна твоя помощь. Девушка искусствовед. Суицид. А может и нет. Андрей, я больше не буду в этом участвовать. Никаких убийств, криминала и крови. И вообще, извини. Молодец. Кремень. Как ты его, а? Мороз по коже. Я думала, ты его порезала на куски и сожгла. Когда же меня отпустит, а? Как говорится, браки совершаются на небесах, а не в этом дурацком ЗАГСе. Судьбу не проведешь. Ой, не надо только про судьбу. Я в нее не верю. Зачем ты звонишь? Все. Фу. А откуда он у тебя? А, это Эрдель когда-то давно подарил. Сто лет не была в Париже. Последний раз была за мужем весной. Помню, тогда ливень был. Все по кафешкам прятались, а мы под каштаном целовались. Париж — город счастья.
пойду. Муж мой, как ребенок, на полчаса оставишь, уже скучает. А ты чего приходила-то? Просто так? Почти. Потом расскажу. Алло. Александра Николаевна, дело срочное. Я бы хотел встретиться с вами в ближайшее время. Вы получите за работу много денег. Очень много. Это не телефонный разговор. Только в приватной беседе. Но сейчас уже поздно. Мы можем подождать до завтра? Договорились. Ну, не могла я вот так взять и в лоб ей все выпалить. У девочки полно своих проблем. Работы нет. Денег нет. Личной жизни швах. Вот это как раз меня и беспокоит. Личная жизнь. Ты же знаешь Илью. Помнишь, сколько было проблем? Перестань, Ирдель. Прошло время. Многое изменилось. Надо найти Саше работу. Отвлечь ее, занять делом. Она ведь сама не попросит. С ее нынешней репутацией. Даже не знаю. Да она связалась с криминалом. Ты что? Да ладно. Да она при мне Грекова отшила. Ну, Гордельчик, милый мой, ну, я тебя очень прошу. Ты кого угодно уговоришь и заставишь сделать невозможное. Заметь, в ЗАГСе ты подтвердил, что вступаешь в брак добровольно. Хорошо, хорошо, я подумаю. Может, позвонить Дорохову? Да. Кажется, он искал реставратора. Угу. Ну все, я ушел. Сегодня поздно? Надеюсь, нет. Белкин. Уже соскучился. Да, Лень. Ты мне скоро в страшных снах снится будешь. Ну? Она не художник, она искусствовед. Какие рисунки? Ладно, сейчас приеду, разберемся. Давай. Снова большое искусство в опасности. Вера. Ты же обещал. У меня там все кончено. Пока. Ты надумала лишить меня жизни? Теперь, когда я наконец вышла замуж и счастлива. Прости, задумалась, я просто бегу на встречу с клиентом. У меня очень хорошее предчувствие, кажется, это оно. Великое искусство? Ну, или типа того, по крайней мере, деньги там большие. Очень хорошо, я рада, только Ирдель тебе работу нашел. У галериста Дорохова. А как же быть? Я же уже с клиентом договорилась. Ну, если там большие деньги, ты, конечно, соглашайся. Вряд ли Дорохов закидает тебя миллионами. Ну, а с Арделем как-то неудобно получилось. Дорогая, ну, у моего мужа такая прочная репутация, что подмочить ее не сможет уже никто. Даже я. Спасибо. Здравствуйте. Что по Комаровой? Первая экспертиза. Так, следов насильственной смерти нет. Ну, я же говорил, суицид. Да помолчи, Лёнь. Меня беспокоит клеймо у нее на бедре. Да ничего особенного. Художественное шрамирование сейчас очень модно. Ужас.
У меня проблемы с глазами. Яркий свет мне противопоказан. Мне даже приходится работать в полутьме. Присаживайтесь. А вы? Я ученый. Я работаю в области генетики. Ну, давайте приступим к делу. Суть проста. Я хочу с вашей помощью отыскать старинный гобелен. По праву принадлежащий древнему роду, единственным представителем которого являюсь я. И это все? Да. То есть мне нужно найти просто какой-то гобелен? Не какой-то, а вполне конкретный, старинный, бесценный гобелен. Но я... не детектив, я реставратор, и, между прочим, неплохой. Я все о вас знаю, не беспокойтесь. Мне нужны только вы, ваш талант, ваши знания, ваша интуиция. Почему я? Только вы сможете отличить оригинал от подделки. Но я не разбираюсь в гобеленах. Не скромничать. Это шедевр. Не сомневаюсь. 15 век. Чудесно. Часть коллекции находится в музее Клюни. Музей Клюни? Странно. А где у вас тут выход? Я вам очень хорошо заплачу. Очень. Я не нуждаюсь в деньгах. Я советую вам хорошенько подумать. Даю вам 3 дня. Только 3 дня. Прошу. Я считаю, дело надо закрывать. Все понятно. Самоубийство. Да, Леня, тебе колбасой надо торговать, а не в следственном отделе работать. С чего вдруг молодая девушка решает свести счеты с жизнью? Не знаю, ну, бывает. Причина? Да какая угодно. Депрессия, несчастная любовь. Нам же сказали, следов насильственной смерти не обнаружено. А это? Знак, нарисованный собственной кровью, это ничего не значит? Но она же искусствовед. Они все немножко того. Может быть, захотела оставить на память о себе вот такой вот рисунок. Да, Леня, тебе до капитана еще трубить и трубить. Значит так, поезжай и пообщайся с соседями Комаровой и с ее знакомыми. Потом поезжай в школу искусств и пообщайся с ее коллегами. Выполнять. Есть. Как хорошо, что ты дома. Можно подумать, это редкость. Мне надо с тобой посоветоваться. Вам что, прямо сейчас? У меня всего 3 дня, чтобы решить. Не уверена, что мы успеем. Он странный. Кто? Знаешь, в нем есть что-то магическое. И голос такой, мурашки. Завораживает. И в то же время отталкивает и пугает.
А ты спросила, откуда он о тебе узнал? Нет. Просто не додумалась. О, у нас праздник. А где Ирдель? Он спустился в мастерскую, сейчас вернется. Привет. Привет. Рад тебя видеть. А ты изменился. Это хорошо или плохо? А я пока не поняла. Зато ты все такая же. Сашенька. Ну, как жизнь? А у меня все прекрасно и замечательно, знаешь, супер, вот так. Да? А ты как? Как твоя семейная жизнь? Нормально. Нормально. Давайте уже все да. К столу. Ирдель, Илюша, Александра, ты где сядешь? А я пойду. У меня работа же, очень много, новый заказ, я побежала. Заполошная. 7 пятниц на неделе. Делай, что хочешь. Но мне нужно, чтобы она согласилась. Идиот. Ирдель. И из-за тебя никак не могу вдеть нитку в иголку. Почему это из-за меня? Мельтешишь туда-сюда. Мешаешь сосредоточиться. Прости, прости. Просто, знаешь, вот что-то вот здесь вот тревожит. Что такое? Тебе плохо? Сердце биение? Принести твои таблетки? Да нет, дело не в этом. Ольга не берет трубку. Илья места себе не находит. Постоянно ей звонит. Не случилось бы чего, а? Я боюсь, самое страшное уже случилось. Им не просто, Ирдель. Теперь надо как-то учиться жить дальше. Это трудно. Ужасно. Ужасно, когда ничем не можешь помочь. Ну что ж, они... Взрослые люди. Им нужно пройти это сами. Заварю чай. Можно получить. Счастливая, успешная женщина. Ночью. Одна. А почему? А что она ищет тебя? Заботливый семьянин. Жена, ребенок, почему ты не с ними? Саша, наверное, нам надо поговорить. Да на чем нас с тобой говорить? Мы с тобой уже говорили, ты женат, я не свободна. Ну что еще? Подожди. Я так понимаю, ты не в курсе? У нас с Олей... Нет, все, стоп.
Хватит, я не хочу слышать подробности твоей личной жизни с Олей. Хорошо? Послушай меня. Послушай, все это время, все эти дни, ночи, часы, минуты, Хватит. Все. Я не могу больше. Я не хочу этого слышать. Все. Мы не должны. Я так и знала. Поняла, что не засну, если с тобой не поговорю. Что значит потеряли? Как? Он родился на месяц раньше и сразу умер через 2 минуты. А почему? Какая-то патология, несовместимая с жизнью. А что врачи-то? Они что, не могли раньше определить? Ну, значит, не могли. Ну, что ты меня пытаешь? Я же не врач. Алёша, мы не спрашиваем, на него и так смотреть страшно. Да, так странно себя вел. А я подумала, дура. Бедный мальчик. И с Ольгой у них все плохо. Так, я чувствую, заснуть мне сегодня не светит. Кофе тебе остался? Наверное. А что у тебя с новым заказчиком, с этим демоническим эротоманом? Я постоянно о нем думаю. С одной стороны, большие деньги. С другой стороны, я обещала больше не заниматься расследованием, а только... Высокое искусство, да, это мы помним. Но все же, чего конкретно он хочет? Чтобы я нашла старинный гобелен. Это как-то связано с музеем Клюни, но подробностей я не знаю. Музей Клюни? Снова знак судьбы. Может, не отталкивать свое счастье? Этот человек... Я его боюсь. Он одновременно притягательный и ужасный. Ужасный? У него что, 3 глаза, ухо на лбу, клыки? Или дело в другом? Неприступная Александра Корзухина боится втрескаться в харизматичного клиента. Да ну, нет, конечно. Даже имени его не знаю. А это вообще лишнее. Имя имеет смысл узнавать только после первого секса. И то, если все прошло удачно. А что там со знакомым Эрделя? Он себе реставратора не нашел? О.
Хорошо подумала. Престарелый, несексуальный галерист Дорохов. Небольших денег, ни старинных гобеленов, ничего леденящего кровь. Только рутинная работа. Я согласна. Тогда хлопнем по наперсточку кофе. А Дорохову я завтра позвоню. Привет. Ты вернулась? Не ждала. Нет, почему? Я рада. Серьезно? А что хотела? Я Кордели вообще-то. Посреди ночи? Это так срочно? Поздно уже, что ли? Извини, у меня часов нет. Ладно, я завтра зайду. В этой квартире теперь живем мы с Ильей. Саша? Извините, я у меня там. Саша. Что вы все-таки решили? Остаетесь? Мы пока еще ничего не решили. Если останетесь, нужно что-то думать с работой. Какие проблемы? Поговорю с Дороховым. Саша ведь отказался. Нет, я уже согласилась. Как согласился? Ты мне этого не говорила. Не успела. Кстати, вот тут лежала бумажка с телефоном Дорохова. Вот куда она делась? Она у меня. Вот. А так бы потерялась. Ничего. У нас с Эрделем пол Москвы в друзьях. Что-нибудь подыщем. Да. Не понимаю. Неужели это все так интересно? Из чего ткань? Какие элементы природы внес мастер? По-моему, просто смотришь и наслаждаешься. Надо им все по полочкам разложить. Искусство — это наука, Леня.
Это тебе не мелком асфальт царапать. Рисунки, альбомы, записки. Странно все это. Молодая девушка, а никакого намека на личную жизнь. Сублимация в искусстве. Из последнего, наверное, французский романтизм. У меня был серьезный заказ на реставрацию. Александра Николаевна, я все знаю о вас. Ну, частные галереи – это такое дело. Работы попадаются разные. Художники тоже. Не все хотят светиться в органах безопасности. В каком смысле? Ну, вы же меня поняли. Но мы ведь с вами по телефону почти договорились. Виноват. Прошу прощения. Но пока вы ехали, я все думал и решил, что не могу взять реставратором сотрудника следственных органов. Слишком большой риск. Какой я сотрудник? И вообще с этим покончено. В любом случае, было приятно с вами познакомиться. Огромный привет Эрделю. Кстати, что вы думаете о его внуке? Вы про Илью? Мне важно ваше мнение как профессионала. Он хороший реставратор. Да. Очень. Он мой ученик. Привет. А ты знал, что Дорохов хочет взять на работу тебя вместо меня? Сашка, какой Дорохов? Ты о чем? Я очень рада, что ты становишься востребованным реставратором. Правда. Но... Подожди, Саша. Давай еще раз с самого начала. Я вообще не понимаю, о чем. Не смотри на меня так. Я сам ничего не понимаю. Александра, ты что здесь делаешь? Выслеживаешь? Это что такое? Ну-ка, давай рассказывай. Ты сама все знаешь. Я похожа на телепата? Не замечала за собой. Вы специально меня отправили к Дорохову, чтобы он указал мне мое место? В смысле? Да, я помогала следствию, да, искала преступников. И, между прочим, находила, но... Девочка моя... Я художник, реставратор. Я хочу работать, я не хочу, чтобы меня всю жизнь преследовали насмешки за моей спиной. Я ничего не понимаю, что он тебе сказал. Ничего особенного. Просто ему не нужен художник с темным прошлым. И отдельное спасибо за то, что напомнили Дорохову про Илью. Стой. Во-первых, мы говорили о тебе только хорошее. Ни слова о криминале. А во-вторых, об Илье вообще речи не было. Значит, я так популярна в роли детектива, и об этом знает каждый галерист. Саш. Когда ты уехал, я много думала обо всем. Мне не справиться без тебя, Илья. Позвонили. Прошу. Исключительное вино. Насыщенный красный цвет. Рубин. Кровь. Страсть. И я пришла узнать подробности дела. Вы, очевидно, слышали о существовании коллекции гобеленов «Дама с единорогом».
Да. Если я не ошибаюсь, их 6? Известных 6. И все они находятся в музее Клюни в Париже. И, кажется, их автор до сих пор неизвестен. Ученые ведут споры на этот счет. Есть версия, что гобеленов больше. 7 или 8. О 7-м мне известно доподлинно. Вы уверены в существовании 7-го гобелена? Он принадлежит моему знатному роду, то есть мне. Вы справедливо заметили, что история создания гобеленов достаточно мутная. Никто точно не знает, как они попали в музей Клюни. И никто не может утверждать, что существует еще 2 гобелена. Никто, кроме меня. А вы видели 7-й гобелен? О нем мне рассказывала моя бабушка. Но это лишние подробности. Главное, что гобелен существует. И он принадлежит мне по праву. Где может находиться гобелен? Вам хоть примерно известно? Известно почти доподлинно. Он находится в небольшой частной галерее города Серпухова. А каким образом он туда попал? Не думаю, что сейчас это важно. Главное, я хочу, чтобы вы поехали туда и разузнали, где хозяева галереи скрывают гобелен. Он что, не выставлен? Нет. Я думаю, что они прячут его где-то в запасниках. Я хочу, чтобы вы нашли этот гобелен. Увидели его собственными глазами и убедились в его подлинности. Это вам. На первое время. Гостиница, мелкие расходы. А почему вы сами не хотите туда поехать? Я небольшой специалист в этой области, и я могу привлечь лишнее внимание. А мне бы не хотелось поднимать бучу раньше времени. Не думаю, что хозяева галереи понимают, какой шедевр попал им в руки. А как вы думаете, что изображено на 7-м гобелене? Точно сюжет мне неизвестен. Я думаю, стилистика примерно та же, что и на первых 6 гобеленах. Вы без труда обнаружите сходство. А что если... Не забивайте себе голову лишними вопросами. У вас есть вся информация, чтобы начать действовать. Да я просто хотела... Сейчас ваша задача проста. Вы должны поехать в Серпухов и разузнать о гобелене. Владислав. Вот и познакомились. Она уехала. Я видела, шла с чемоданом. А куда? Понятия не имею. Мне не докладывала. И вот что, дружок, пора с этим заканчивать. На 2 стульях не усидишь. У тебя жена. Ей сейчас очень трудно. Да, ты права. Че?
Ага. Вот. Значит, где-то рядом мой отель.